Изба выпивальня тетушки Долорес. Так, я хочу все деньги из твоей кассы, всю наличку, что есть под тебе, все драгоценности и тебя. А еще бутылку самого лучшего виски, что есть в этой дыре. О, знаешь, похоже, я поторопился. Пожалуй, я пойду. Алкоголь убивает, дети. Британские ученые нашли новый способ повышения качества обучения студентов. Интерес обучающихся к учебным материалам возрос более чем в 15 раз. Никогда еще квантовая механика не была настолько доступной. Эму Страус Аня призывает к миру во всем мире. Страус Юлис призывает к брутальности. Здравствуйте. Привет. Я хочу новый iPad от Apple. У меня для вас есть потрясающее предложение. Я хочу увидеть товар лицом. Новый Apple iPad со встроенным мужиком внутри. Полный отпад. У нас в стране все хорошо. У нас все классно. Только посмотрите на этих милых, пушистых котиков. Такие лапочки. У нас все хорошо. Все просто зашибись. Но в Америке все плохо. Апокалипсис. Вообще все ужасно. С другой стороны, там тоже неплохо. Упс. Кажется, я уронил монетку. А теперь к другим космическим новостям. Добро пожаловать на передачу «Эти жалкие человеки». До недавнего времени мы считали, что размножение таких домашних животных, как люди в неволе, невозможно. Но недавно нам удалось совершить революционное открытие, которое изменило все наши взгляды на человечество. Сначала мы пробовали традиционные способы. Затем мы пробовали нетрадиционные, но всюду нас преследовали неудачи. До тех пор, пока мы случайным образом не нашли недостающее звено. Берем одного физически здорового самца-человека с гитарой. Одну физически здоровую самку. Еще одну самку для верности. Юлис. Создаем непринужденную обстановку. И добавляем то, что люди называют любовью. Результаты превзошли все наши ожидания. Enlarge your cock dramatically! Yeah! Chicks will be happy. Я счастлив! Что ж за день-то сегодня такой? Похоже, папочке нужно выпить. Гарсон, виски. О, нет. Опять должно быть тушились. Да ладно, я всего-то стакан выпил бы. Чужой на празднике жизни. Здравствуй, маленькая заблудившаяся девочка. Я помогу найти тебе дорогу. Один из первых случаев, заставивших Бэтмена задуматься о смене костюма. В одной далекой-далекой галактике. Чувак, 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 что ты делаешь, чувак, прием! Я выхожу в интернет, чувак, прием! Чувак, зачем тебе интернет? Мы в открытом космосе! Я пытаюсь обмануть контекстную рекламу от Гугла. Найди пару на орбите Марса уже сегодня. Мы не такие, как все. Мы выгодно отличаемся от остальных. Мы мутанты. Чистый воздух и вода? Ха, это не для нас.
Пожалуй, вы двуногие наши друзья, ведь вы загрязняете окружающую среду. Нам легче заниматься дзюдо, смотреть на мир. Мы все такие разные. Мы призываем вас продолжать загрязнять вашу родную планету. Ваш дом станет нашим. Привет, я Артур, и я больше не пью. Спасибо вашей социальной рекламе. Глупый динозавр. Далее в программе. Труппа сумасшедших койотов и один безумный лемур покажут номер для самых маленьких. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Let me out.